Есть траектория полета, нет траектории ходьбы. Мне запомнилось до сих пор, часто ночами снится летчик немецкий в очках черных. И он сидит и на гашетку нажимает, и около меня такой пуля. Буквально уже через 2-3 недели немцы под Николаевым. Эвакуация была голодная? Конечно. Я помню, значит, мама устроилась, когда мы приехали, а мы приехали в Нижний Тагил, значит, это в Свердловской области. Мама устроилась на работу и получила рабочую, значит, паёк рабочий. Получила за несколько дней, которые, значит, не давали, буханку хлеба. И говорит, ну теперь можешь накушаться. А пришла вечером, спрашивает, где хлеб? Я говорю, так нет, ты сказала, сколько можешь. И она расплакалась. А я не могу понять, чего она плачет. Она плачет, что это представляет, насколько был голодный мальчишка, если буханку хлеба, голую, значит, без ничего, за один день умял эту буханку хлеба. А я помню вкус макухи. Это была такая вкусная, значит, еда. В 1941 году где-то там принесли этот макуху, я с наслаждением ел. И я уже взрослый, как-то, решил попробовать, какой же ее кушать, я скривился нельзя. А тогда это было высшие вкусовые качества, мне казались. Когда мы в 1947 году вернулись Николаев, на Украину. И вот у меня ощущение богатства этого края какое. Нашего. Южноукраинского. Да, потому что мы за ягодой ходили, значит, собирали ягоды. Там. Там. А здесь шелковица. И, пожалуйста, и можно съесть вишня. И абрикоса. И на улице это не надо никуда ходить. Это же райская земля какая-то. Вот тогда я понял, значит, что такое Украина и какой это богатый край. Такое Украина для вас? А для меня Украина – это все, понимаете? Потому что было время, значит, когда многие начали уезжать. Угу. Вот, открыли границы, многие стали уезжать. А зарплату перестали давать. И мне моя Тамара Ивановна говорит, давай уедем. Потому что нечего, двое детей, за квартиру надо платить, значит. Я говорю, подожди. Потом немножко улучшилось, стали платить. Мы не уехали. А лет 6-7 тому назад я впервые поехал в Израиль, туда многие уехали. Угу. И встретился с теми ребятами, которые здесь жили. Кальницкий, наверное. Да, значит, соседи, значит, да? Многие, значит, вот. И здесь было с ними интересно. Они приходили на кухню, мы садились, значит, обсуждали, значит, а там собрались и говорить не о чем. Хорошая кухня, хороший дом, значит. А говорить нет. Проблем нету, да? Нету. Они только об одном. Сколько ты должен еще выплачивать за машину, да. Сколько ты за квартиру должен выплачивать. И я приехал и говорю Тамаре Ивановне, правильно мы сделали, что не уехали. Карьеру-то по-настоящему еврею в советское время, да еще и в партию попасть, как невозможно было. Как сделать карьеру? И сделали вы ли вы карьеру? Но я верил, и это было
до тех пор, пока я не столкнулся вот с теми угу. вопросами, которые вы говорите. Впервые, когда это случилось? Сколько вам было лет и где это произошло? Когда вы же не знали, что вы евреи, да? Да, значит, у меня не было такого, ну там все время в армии, например, у нас, у меня в отряде, значит, в отделении, я сержантом служил, у меня были и азербайджанцы, и армяне, значит, и белорусы, не было такого отделения. А на завод приехал, стал работать на заводе. Ну и работал вроде нормально, мне повезло. У меня был очень хороший, талантливый руководитель, мастер. А я был помощник мастера, Подляски Виталий Васильевич. Он потом стал замдиректора завода, потом стал директором завода в Клайпеде, угу. начальником главка. Я работал, ему нравилось, как я работаю. А в это время на заводе открылась должность, когда началась научная организация труда, внедрять. А мне хотелось что-то творческого. Угу. Тамара Ивановна заметила, что я уже без интереса на завод хожу. Тамара Ивановна тоже еврейка, да? Нет, она вообще у меня семья. Давайте прекратим дальше вашу карьеру. Расскажите, как вы познакомились с Тамарой Ивановной, как вы полюбили друг друга и как вы живете до сих пор с ней. Расскажите. Ну, это целый роман можно расскажите, кратко. Кратко. Значит, ходили мы после работы. Я в Октябрьском, значит, работал, жил у родителей в Николаеве. После работы у нас, там, где теперь церковь, на Лягина был клуб офицеров. Дом офицеров? Дом офицеров. Танцы вечером? Совершенно верно. А так как я уже демобилизованный, у меня, значит, солдатские реквизиты все были. Меня, пожалуйста, я уже, мне присвоили звание после демобилизации младший лейтенант, меня туда впускали в это. Ну и однажды я прихожу, смотрю, симпатичная молодица, пригласил ее на танцы. Один раз танцевали, другой раз. А у нас еще было там гастроном, если вы помните, Николай, Папин мир назывался. Угу, угу. Мы перед танцами приходили в этот Папин мир и сухого венца. Как всегда. Как всегда. И я потом вспомнил, что у меня денег нет ее провожать. И она там мне сказала, когда мы познакомились, что она на 4-й Слободской живет. И это надо будет идти. Вот вы о такси уже и не думали. Какой-то такси на трамвае, значит, нет, у меня нет. Да. И я тихонечко, последний танец, и я убежал. А все-таки интересно было. И я через неделю, значит, или через две опять пришел, и мы познакомились. Стали с ней встречаться. А когда я ближе познакомился, возникла другая проблема. Тамара Ивановна была уже замужем, разошлась, у нее ребенок был. У нее мама украинка, папа погиб на фронте русский, а у меня евреи, как говорится, все, во всех коленях. По да? всех коленях. Представляете, да. это бедная мама моя. Ой, за голову схватилась, говорит, что хочет, значит. Дитё хочет жениться с ребёнком, здесь получается. С ребенком, да еще, значит, русско-украинская, значит, да. мышпуха, как говорят, значит, ты что, значит, а папа более спокойно говорил. Папа говорит, ну ты уже взрослый, ты собираешься строить дом на песке, не будет семья хорошей. У тебя не может она быть хорошей. Подумай, сынок, мы 4 года встречались с Тамарой Ивановной. Она думала, я думал, значит, все-таки решили расписаться, создали семью, и слава Богу, 58 лет – это случай, когда
отец оказался неправ. И он, они потом тоже поняли, потому что и за папой Тамара Ивановна смотрела. И он говорит, нет, только пусть Томочка за мной, значит, смотрит. И мама, значит, поняли, что повезло с выбором. Вот так. А дальше еще, это же не все. Родилась у нас дочка. А дочка вышла замуж за грузина. И вот у нас внучка родилась у нее. Сейчас я спрашиваю, чего такое имя Эко? А это захотел, взять захотел, значит, это по-грузински это Катя. И часто было, когда мы собирались вместе, где-то на Пасху или на еще такие праздничные, значит, у нас еврейская, русская, украинская, грузинская лексика, значит, идет. Вот так в такой атмосфере я и воспитывался. Для меня нет проблемы языка. Когда я встречаюсь со студентами теперь, да. Я начинаю, якою мовою будемо спілкуватися? Перше питання в мене. І якщо ми краще кому російською, російською, українською, українською, значить. Але я кажу, що я буду з вами російською мовою. Чому? Не тому, що я гребаю українською, бо я викладаю психологію. А геніальний Фрейд казав, що психологію треба вивчати рідною мовою. Для мене рідна мова – російська. Это труд двоих, семейная жизнь. Правда же? Безусловно. Вот что вы для того, чтобы так долго и нормально прожить жизнь, я считаю, что вы долго вместе живете только потому, что настроены были вместе жить всю оставшуюся. Что вы делали, как старались, и что делала она? Вот для молодежи, назидание. Ну, если коротко, это уважение. Она давала возможность мне, дала возможность мне состояться и как мужчине, и как ученому, и как писателю. Значит, а это тоже не всегда. Ну, детально такое. Вот она увидела, что мне стало неинтересно на завод ходить. Угу. Она говорит, чего ты раньше с интересом на завод? А сейчас я смотрю, ты, значит, что-то уже без такого энтузиазма. Я говорю, неинтересно. Она говорит, переходи, ищи работу. Я поспрашивал, да, значит, предлагают, вот нужен начальник отдела научно-исследовательская работа интересная. Я говорю, а сколько платят? 130 рублей без премии. А у меня уже там 200, 100% премии, квартира, двое детей. Я зачухался, Тамаре говорю, есть такое предложение, что делать? Она говорит, денег никогда не хватит, переходи. Не каждая женщина, я вам скажу, даст такой совет мужу, понимаете? Вот так. А я потом через некоторое время догнал, когда защитил кандидатскую, значит, и так далее, догнал, и вот она понимала и, наверное, видела во мне вот этого вот человека, который что-то хочет достичь, чего-то интересуется чем-то. И это, я считаю, большая ее заслуга. Он горожанин года. Программа существует 20 лет, и вот в рамках этой программы Илья Моисеевич владеет титулом «Горожанин года». Кроме всех прочих статусов, он еще и шахматист. Шахматист, садовод, рыболов. Это человек редкой трудоспособности и трудолюбия. И все это совмещается еще с такими качествами, как доброта, интеллигентность, терпимость, толерантность по отношению к другим людям. Ну, смотрите, техникум, армия 3,5 года,
17 лет на судостроительном заводе, начиная от помощника мастера, потом мастер, начальник участка, замначальника цеха, потом и параллельно в университете заочно учился, увлекся психологией, филологией, значит, начал писать. Вот, кстати говоря, интересная деталь, вы напомнили. Я написал рассказ, была такая центральная газета «Труд», направили, она объявила конкурс на короткий рассказ. А я направил туда рассказ, который был опубликован в «Южной правде», туда. И вдруг приходит извещение, что я получил третью всесоюзную премию. Всесоюзную. Всесоюзную. Значит, ну самое интересное, кто первую? А первую – Василий Аксенов. Представляете, это величина. Вторую – Михаил Рощин. А я с Лидиным, и тоже известный, значит, писатель, который все время печатались в центральных газетах, разделил третью премию. Вот видите, сейчас книжки мои расходятся, значит, на прилавках и остается, вот, как опубликуют в газете какой-нибудь рассказ, куча мне звонков. Илья Моисеевич Стариков, мэн с большой буквы. Мужчина самый настоящий во всех отношениях. Человек обаятельный, человек способный на многое творить. Я защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, вот защитил, учитывая мои заслуги в изобретательстве, в создании новых технических средств обучения, которые вот, меня избрали академиком Российской академии образования. В Украине избрали почетным доктором наук педагогических, Украинской академии наук. Так что, значит, грех, как говорится, жаловаться. Ну, я могу сказать, Илья Моисеевич, я, правда, его 31 год знаю, да, когда-то я пришел к нему на работу, он был и кандидатом уже, но ну, не начальником. Вот, хочу подчеркнуть, это центр, но темп, а зав большим отделом. Я там год поработал, потом вернулся сюда в ПИДИН работать дальше. Но мы с ним поддерживали связь. И вот когда начались смутные годы, я сказал, я, Мазич, хватит там заниматься кораблями, авианосцами. Идите к нам в ПИДИН. Тогда я заведовал кафедрой психологии, убедил его, он пришел. И я думаю, что я, как всегда, угадал с кадрами. И вот после этого мы с ним сотрудничаем, и до сегодняшнего дня, раз я здесь. Почему к психологии я потянулся? Потому что я увидел, что те люди, мастера, инженера, которые еще интересуются и психологией, литературой, у них почему-то лучшие отношения с подчиненными, с работягами. Мне стало интересно, а как, почему это складывается? И я стал заниматься психологией. И я понял, что психология помогает человеку в жизни. Меня стали приглашать как психолога участвовать в избирательных кампаниях. Это уже когда после распада Союза мои же ученики посты стали занимать больше. И когда они в избирательной кампании говорят, нам надо психолог. И в Дельта Лоцман вас приглашали тоже. И в Дельта Лоцман, значит, приглашали. И там мы создали тренажеры хорошие, методики, получили авторские свидетельства. Значит, я понял, что это тоже отрасль, которая находит себя, можно сказать, во всех сферах человеческой жизни. Я знаю Илью Моисеевича Старикова как очень разностороннего человека, талантливого автора, замечательного педагога, и его книги всегда читаются с упоением. Часто. А вот интересно, вопрос мы упустили, вот когда я столкнулся
с еврейской тематикой. Вот почему идея-то была? А вот когда у нас начали внедрять научную организацию труда, на заводе решили организовать бюро научной организации труда. Я пришел к начальнику цеха, а начальником цеха как раз стал в это время вот мастер Подяцкий, который мы росли вместе с ним. И я говорю, вот скажите, чтобы порекомендуйте меня, чтобы взяли начальником бюро заводского. Ну, говорит, хорошо. Значит, проходит день, два, меня не вызывает. Я к этому начальнику цеха пришел в кабинет, говорю, выясните, почему что-то, никаких слухов и решений. Возьмут меня, не возьмут. Он говорит, сейчас. Снимаю трубку, мы вдвоем сидим напротив друг друга, и он звонит парторгу, говорит, там я давал предложение Старикова на начальника, говорит, я гарантирую, что он исправится с этой должностью. Почему-то не решается. Я слышу, он говорит ему, так что ты хочешь? У нас, говорит, евреи, два еврея начальника цеха, там еще начальник бюро. У нас же не синагога, а завод, мы не можем его брать. Он говорит, что я могу сделать, парторг завода сказал. И вот я тогда понял, почему распался Советский Союз. Понимаете? Почему, оказывается, на мой взгляд, главная причина распада СССР – это разрыв между словом и делом. С одной стороны, проповедовали красивые истины, значит, что так. А на самом деле творило совсем другое. А сейчас другое дело. Я не против того, чтобы были богатые. Пусть будут богатые, но не должно быть и голодных, и бедных. И такого разрыва, ну что, я не представляю себе, почему есть должности сейчас, где 200 тысяч оклад. Отсюда все корень зла, потому что сейчас идут не для того, чтобы служить государству, а для того, чтобы заработать себе у государства. Понимаете? А в результате у государства обеднело, и теперь у нас уже, я не знаю, когда она вылезет из этого болота, в котором сейчас... Ведь все показатели за вот эти 25 лет... Помните, мы раньше рисовали графики, вот так вот все вверх, вверх, а у нас сейчас все вниз-вниз пошло. Вот что страшно. Он всесторонне развитый, доктор наук, и хочется гордиться ним, таким очень добрым и искренним человеком. Сколько свободы вы получили в своей жизни, и когда вы чувствовали себя свободным? Я всегда чувствовал себя свободным. В чем эта свобода? Я мог послать на три буквы любого начальника, потому что я знал, что я устроюсь в другом месте, я найду себе работу. И вот это мне давало свободу и сейчас дает свободу. Це дуже гарний психолог, це чарівний викладач і неперевершена особистість. Вы считаете себя современным человеком? Вы хорошо разбираетесь в нынешней жизни? Вы хорошо чувствуете молодежь? Вы понимаете, как они живут и что, в принципе, им надо? Ну, я не могу. Это было за знайством и самопохвалой такой, и что я все знаю. Нет. У меня другие критерии. А вот там есть кружечка. Сейчас я вам покажу, Игорь достанет. Значит, вот как они отреагировали, там написано на этой кружечке. Самый лучший преподаватель в мире по 347-й группе. Вот, пожалуйста. Так, университет имени Сухановского. И поэтому, как только я выпью до дна, я, значит, увижу это.
знаете, вся его жизнь пропитана любовью. Любовью к людям, к творчеству, к работе. И хочу сказать, что вот, на мой взгляд, это такое редкое качество сейчас. У него есть вкус к жизни. У меня есть его маленькие миниатюры, которые я могу перечитывать бесконечно. И поэтому вот этот вкус к жизни для меня очень важен. И вот я бы хотела сказать, что на нашей кафедре, я пришла очень давно, меня Ярослав Васильевич принимал на работу. И вот это два мужчины, которые как бы, о них отзывы для меня были важные. У Ярослава Васильевича на двери, где он работал, был заведующим кафедрой, было просто нацарапаны слова ручкой на его двери. «Васильев, I love you». Я это запомнила на всю жизнь. А Илья Моисеевич, вот знаете, просто было написано. Да, Стариков, да, Стариков класс и Старикову респект. Я вас люблю, Илья Моисеевич. Судьба вас не случайно в самом детстве занесла вот в авиамодельный кружок. Вы не стали летчиком, вы не стали космонавтом, но это в жизни вам потом понадобилось или нет? Понадобилось в переносном смысле, я бы сказал. У нас был Николай, он недаром умер, Вячеслав Козлов. Да, поэт. Поэт и прекрасный журналист. Да. У него есть такие строчки. Есть траектория полета, нет траектории ходьбы. Надо всегда стараться что-то новое, чего-то найти новое, не бояться этой новизны. Вот тогда, я думаю, будет и жить интересно. Траектория полета, а у вас еще есть и траектория любви. Да. Будьте здоровы. Спасибо большое. Пусть вам будет хорошо. Спасибо. Дай Боже.